Ну, начнем с того, что это творчество в любом смысле, да? Все равно люди поют красивые песни, красиво там танцуют, даже бородатые женщины бывают. Полный спектр фантазии можно осуществить. Ну, да. Но мы все равно частичка Европы. Да давайте туда съездим. Да ну не получим мы там. Вы же помните, что Алла Борисовна Пугачева, наша любимая великая русская, и то там ничего не заняла. А Билан занял. Поэтому чего? Да давайте ездить, давайте, как бы, я так говорю, давайте поржем. Ну, давайте поржем. А как-то серьезно относиться к Евровидению, ну и Евровидению. Я иногда смотрю, они снимают даже, наше телевидение уже далеко впереди, по-моему, по качеству съемки, а они где-то там это. Евровидение. Вы поняли?